Здравствуйте! Представляем вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Opel Insignia 2010 года выпуска. Объем двигателя 2 литра, A20 DTH. Крышка и маслозаливная головина чистые, нагара и эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Двадцать один килограмм. Второй цилиндр. Двадцать один килограмм. Третий цилиндр. Двадцать два килограмма. Четвертый цилиндр. Двадцать килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.